пытливым взором смотрят на мир дети. О том, что их интересует, что они видят и любят, выразительно говорят их рисунки. В Москву на международный конкурс детских рисунков прислали свои работы ребята 52 стран. Рисунок итальянской девочки «Хорошо на воздухе». Творчество венгерских ребят «День рождения». «Мама варит варенье». Так изобразил японский мальчик зубного врача. На выставке много рисунков животных. А вот серия разнообразных портретов. Учитель японской школы, английский полисмен, русский царь Петр, академик. Рисунки ребят щедро несут в себе красоту мира, которую так остро видят юные художники.